Доброе утро, друзья. Понедельник, день прекрасный. День тяжелый. Нет, он замечательный. Начало недели. В эфире программы «Танго студия». Мы в прямом эфире на телеканале «Алматы». И вот гость, которого мы ждали, особенно Даник, этот специалист, просто ему жизненно необходим. Это травматолог-ортопед, кинезиолог, друзья, Евгений Быковский. Так, теперь давайте поговорим об этом самом. Да, доброе утро. Что такое кинезиология? Вообще, если в классике рассматривать еще с советских времен, то кинезиология, в принципе, это наука о движении. То есть все, что касательно движения, изучается, доказывается, перерассматривается. Это все можно в одну кучу сгрести и назвать кинезиологией. Раньше это называлось биомеханикой движения. У нас специалисты профессионально занимаются, это инструкторы ЛФК. На Западе это больше называется физиотерапевт, то есть врач физической реабилитации. Ну да, у нас тоже так называется физиотерапевт. Вот у нас только-только стали эти люди входить, как именно работа с движением. А раньше у нас физиотерапевты, это больше работа с физическими какими-то методами оздоровления, типа электрофорез, парафинотерапия, УВЧ и так далее. То есть, а с движением мало кто работает. Весь набор санаториев. Да-да-да, санаторно-курортное лечение. Вот-вот. И какие проблемы решает вот эта самая кинезиология? Кинезиология решает вопросы, в первую очередь, ну, как раз-таки биомеханики движения. Просто есть еще параллельные дисциплины, которые используют кинезиологию в качестве инструмента для того, чтобы дальше развивать свою тему. Это, допустим, прикладная кинезиология. То есть это наука? Да, как можно назвать это наукой, потому что ведутся научные исследования, и, соответственно, имеются те или иные доказательства. То есть на раннем этапе, на позднем этапе, так или иначе, там что-то исследуется. Поэтому если что-то исследуется, есть какие-то институты, то это уже можно причислить к науке. Но то ли дело, работает это или нет. Но вот это уже совсем другой момент. То есть в моей практике я это использую регулярно, и я вижу результаты. Я не веду каких-то публичных исследований, но я делюсь практическими навыками. И, соответственно, я получаю результат, я это продолжаю развивать, ну, как бы в своей теме. Направлении. А вот прикладная кинезиология как раз-таки это больше тема о взаимосвязях. То есть как связаны части тела друг с другом, как внутренние органы связаны с вашим эмоциональным состоянием, как ваши гормональные регуляции зависят от вашей иммунной системы. То есть это психокоррекционная кинезиология? Отчасти да. То есть не только. Потому что, говорю, как большой палец связан с затылком, вот этому в медицинском редко учат. А прикладная кинезиология это учит. Китайская медицина на этом же вся построена, нет? Да, вот китайская медицина, она больше как раз таки завязана на энергокоррекции, то есть посредством определенных пункций, то есть каналы, меридианы. Можно завязать как раз таки голень, допустим, с твоим желудком. И они это умеют делать через энергию. Вот. А, допустим, больше тему, если отойти от энергии, то это можно завязать через механику. Как мышца, допустим, на голени, неправильно работающая, приведет к изменению позиции колена, она приведет к изменению позиции таза, таз приведет к изменению позиции ребер. В конце концов, у тебя будет болеть желудок. И пока ты не решишь проблему в голени, ты не решишь проблему с желудком. То есть вот это все проходит. Очень взаимосвязано в организме, да. Вот так. Это прикладная кинезиология, такие вопросы решает. То есть вы в комплексе смотрите на проблему, а не так, что болит горло, значит, нужно лечить только... Все верно. То есть это так называемый холистический, целостный подход. Холистический, да. И то самое целение, откуда взялось слово, и целительство, которое зачастую многими воспринимается немножко... Негативный характер сейчас носит. Так, сомнительно, да. Сомнительно. Мне еще нравится, как у нас сейчас стали подходить философски вообще к болезни, да, потому что если у тебя болит спина, это значит, что ты много на себя берешь, да. Если болит горло, ангина, значит, что ты не договорил что-то там. Или врешь что-то. Ну, да. Такой, там, или там язык опухнуть должен. Согласен с такой точкой зрения? Совсем мистика, эзотерика, мем же ходил. Слава у тебя болит спина, потому что 300 лет назад в тебя кинул кто-то копье. Ну вот, из этой серии. Слушай, все это имеет место мне кажется, я мамонта носил. Да. Я был такой мамонтонос. У меня просто очень больная спина, позвоночник. И, соответственно, я иногда вообще просто просыпаюсь утром, благодарю Всевышнего за то, что я вообще смог с кровати встать. Понедельник. Да. Нет, вообще, на самом деле, очень сложно. Да, вот и часто жалуются на спину. Это что ему надо кому делать? Кому нужно идти все-таки? Кто у нас сейчас спинами-то занимается? У нас по классике, да, все, что касается спины, если брать классическую медицину, это невролог, невропатолог.
Но там стандартные процедуры лечения, обследования, которые в конце концов приводят к тебя к тому, что либо ты получаешь результат, либо не получаешь результат. И в поисках решения зачастую обращаться начинают к массажистам. А массажисты разной специализации, подготовки имеют навыки либо мануальной коррекции какой-либо механической, либо уже более продвинутые могут тебе потихонечку закинуть удочку, что это все-таки мамонта ты носил. И все именно от этого зависит, куда ты в конце концов придешь и кто тебе поможет. Самое страшное, даже сейчас у нас реклама просто сплошь и рядом. У меня весь Инстаграм кричит о том, что за 3 процедуры мы лечим грыжи, протрузии, там буквально вот приди от к боли, нам, заплати, да, и мы тебе все сделаем. От боли избавить можно за одну процедуру, да. Я всем это и говорю. А суть, зачем тебе блокады, там эта грыжа и вообще нужно ли ее убирать? Вообще делать нельзя. Вот, вот из этой серии. То есть боль убрать легко, но надо понять, вот действительно та же грыжа, она тебе для чего? Она тебе в помощь или она тебе действительно проблемы доставляет? То есть в большинстве случаев не грыжа боль доставляет, а то, что вызвало грыжу. И вот то, что вызвало грыжу, вот это надо искать. То есть грыжа — это как спасательный круг, она удерживает центр тяжести. То есть это... смещение вот этого вот пузыря, который внутри содержится, самого диска вместе там пульпозное ядро, фиброзное кольцо, они все смещаются, чтобы уравновесить центр тяжести. И если она выпечилась, значит, ну, как бы организм так решил. А вот зачем он так решил и что привело его к этому, вот это и задача, допустим, моя — найти причину. И вот ищешь... копье. Вы смотрите, сейчас остеохондроз, да, очень помолодел. Вот дети, дети, откуда это, почему? Если раньше ваши было почти... только детский сколиоз, это норм. Да. Ну, не норма, скажем так, распространенность. Да, распространенность. А сейчас дети вот. То сейчас уже и остеохондроз детский. Ну, вот практический элемент. У меня отец рентгенологом работает, и он, как мы не встретимся, он говорит, ты не представляешь. Снимки все сколиозы, только отправляет. Школьники. Приходят бабушки, 85 лет, спины ровные, никаких проблем, никаких жалоб. О чем это говорит? Ну, чаще всего это какие-то ежедневные, рутинные, привычные дела, которые к этому приводят. Ну, тут уж секрет никому не открою. Сидячка, онлайн-обучение, удобные позы, типа посижу-ка вот так вот, почешусь, и в этой позе те же самые чипсы поем. То есть у меня так все и пройдет, и организм просто к этому привыкнет. Организм настолько адаптивен, что он сделает все ради тебя. Вот ты будешь его травить, он делает все ради тебя, чтобы ты травился и при этом жил... адекватно, жил оптимально, максимально развивался. Если но ты будешь... мало, да? Ну, меньше, да. Быстро, но мало. Живи хорошо, но недолго. Вот. Хороший такой. По 3 рубля, да. Да. Но по 3. Слушайте, ну, потрясающий интересный разговор, друзья. Но мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Вернемся, не уходите. Самое интересное впереди. Доброе утро, друзья. Пока шла реклама, слышали бы вы, какие тут горячие разговоры у нас были. Здоровье так важно, спина для всех, по-моему. Ну, людей вообще творческих достаточно большая проблема. Это точно. И мы говорим сегодня с травматологом, ортопедом, кинезиологом Евгением Быковским. Евгений мне уже, кстати, сдается сказал. Сдается мне, вы такой умница. Вы вот действительно рассказываете о том, о чем правильно говорить, что все взаимосвязано, нужно искать причину, вы говорите, да? Верно. А не уже по факту лечить. Вот смотрите, вот Даниэль, вот давайте вот, вот воспользуемся своим служебным положением. Да, давай, давай. Я прям только за. Вот, знаешь, можете его как-то протестировать, что, чтобы показать. Вот, чувствую вашу себя методику. В этот момент, что стою возле Елены Малышевой и этого... Да, мой дорогой. Да. И Розенбаума. Да. И возле молодого-молодого. Я помню, что у него отчество Шаич. Да, вот. Так, что делаем? Самый интересный элемент, что, в принципе, если мы ищем все взаимосвязи, то я покажу мой любимый показательный трюк. Знаете, я хочу, так, чтобы было вот больше камер. Повернитесь. Надеюсь, вот меня, вот, надеюсь, вот, меня сейчас видите. Не выключат. Не, вот туда лицом. Я просто протестирую одну из доступных мышцы, то есть так, да. В среднем тестируется средняя дельта. Я прошу удерживать руку здесь и просто давить сейчас рукой в потолок. Расслабьтесь. И теперь давите в потолок. Давите, 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 давите. Вот он пока не может давить, да. То есть я ее могу продавить. Но нужно сделать лишь небольшое движение. Попрошу наклонить голову влево. Я изменяю просто центр тяжести и тягу. Да. То есть все нервы, которые выходят из шеи, они уходят и в плечо, и в верхнюю часть надплечья. Удерживаем теперь руку здесь и проверим, а заработает ли. Давите вверх. Вот. Давите, смотрите, давите, уже давите. Сопротивление какое. Вы не можете все силы опустить. Стоп, стоп. А теперь попробуем просто в противоположную сторону и
вы сами ощутите, это стало легче или это стало тяжелее. Удерживайте здесь руку и просим давить вверх. Давите, 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 давите. Тяжелее стало. Тяжелее. Может быть, даже боль какая-то появляется. Да. То есть, что касается спины, делается то же самое. То есть, средняя часть, нижняя часть. Просто тут важно знать, кто откуда выходит. Вот, допустим, нерв, который работает с вот этой частью, с дельтой, он с четвертого шейного сегмента выходит. И мы просто, наклоняя голову, либо улучшаем подачу нервного импульса, либо ухудшаем ее. И все зависит от того, насколько все это... в балансе. Вот исходно, то есть у него в этой позе нету баланса. Но если я попрошу, допустим, сесть вас и посмотрим, если человек сядет, то есть он меняет уже свой центр тяжести. Тем более тут подушка, она имеет какую-то неровность. Он с ног нагрузку снял. И снова протестируем эту мышцу. Удерживайте ее здесь и просим давить вверх ею. Даем, 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 даем. Да, слушайте, не знаю. Ну, он, как будто бы он ощущает лучше этот регион и может сопротивляться сильнее. И то же самое, если попросим лечь, будет другая реакция. И вот это все надо сопоставить и понять, то есть где исходно у него проблема. Вот сейчас я могу немного предполагать, что есть какая-то проблема в ногах, потому что стоя вот здесь не работает. Так, а сидя работает. Давайте о моих проблемах все, уже не будем рассказывать. Тем более, что... Нет, ну ты понимаешь, ты думаешь спина, а нужно лечить, что-то в ногах смотреть. Вот. Замечательно. Например, голову сказал наш редактор. Спасибо большое, друзья мои. Евгения, большое спасибо вам за то, что вы с нами. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Да, друзья, но вы можете во всех соцсетях, по-моему, найти нашего... Доктор Евгений меня там видел. Доктор Евгений. Все, мы дружим однозначно. Найти там все ответы на вопрос. Спасибо вам огромное. Ну, мы прощаемся. Хорошего дня. Увидимся завтра. Да, завтра на телеканале «Алматы». Смотрите «Танго-студия» с 8 до 10 утра. Пока-пока. Благодарю. До свидания.